Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Angry Birds. Ну что же, поехали. Как вы помните, у нас добавилась одна птичка, которую звать Матильда. Ну, так, а что у нас здесь такое? Ух ты, тропический веник и молот с уткой. Смотрите-ка. Ёлки-палки, вот этот вот, я даже не знаю. Ну, давайте попробуем сделать. И вот этот тоже сделаем. Отлично, теперь давайте, наверное, глянем с вами, для кого они подойдут и насколько они лучше предыдущих наших оружий. Мне просто это и самому интересно. Да это я уже делал, хорош уже, отстань. Так, ну что ж, давайте начнем с нашего паренька. Так, что мы для него сделали? Ничего я не вижу. Печалька какая-то просто. Ну-ка. У Матильды мешочек какой-то, видно, с лекарствами. Так, отлично. Так, и вот это у нее экипированная накидочка. Так, ладно. Здесь у нее тоже ничего нету. А у Чака, у нашего... Подождите, тоже почему-то ничего нету. Я, может быть, только лишь открыл рецепт. Точно, ребята, я только изучил рецепт, значит, можно сейчас, в принципе, изготовить. Или мне не хватит? А ну-ка, давайте-ка Чаку мы сделаем. Купить за 210. Не хватает, ребята, ресурсов за 120. Жаль, конечно, очень жаль. А так хотелось мне побегать с новым оружием. Прям уже предвкушаю, как я этих свинюшек там пускаю на шашлычки. Ладно, тогда давайте мы сейчас с вами посмотрим здесь по карте. Если я не ошибаюсь, у нас где-то должны быть такие штучки, где мы можем зарабатывать с вами минералы. Вот. Так, давай до последнего. Выжимай все из себя. И вроде бы все, да? Больше нету таких у нас камней. Хотя вроде был. Если я не ошибаюсь. Ну, к сожалению, ребят, я не вижу. Ну что же. Ладно, тогда не будем... А, подождите, вот здесь, кстати, да, было, но почему-то сейчас мы не можем ничего сделать. Ладно, идем, тут нас ждет какой-то профессор Барменталь. Ну, это я так его назвал. Смотрите, у нас опять здесь два мага и босс-свинья. Слушайте, будет довольно, наверное, жаркая у нас битва. Но я надеюсь, мы победим. Все-таки у нас есть Матильда, лекарь. Коснитесь. Матильда, я, конечно, все понимаю, но зачем... А, это какой-то подхил. Хорошо, давай, Чак, бомбанем. Так, а почему у тебя это... А, нет, все нормально, я уже думал. На истощение же мы ему вроде бы ставили в тот раз. Так, Матильду вот сюда показывают. Я, честно говоря, не очень понял, что произошло. Но, видимо, это нужно было сделать. Ну, получи, свин. Так, я чувствую сейчас... Ага, бомбанул он все-таки. Ну, тогда за это ты и получишь. Плюшки. Лови. Так, ну что же, Матильдочка, не подведи меня, родная. Так, перец у нас накопился. Ну, тратить, ребят, я его не буду. Он нам пригодится. А хотя, почему нам? А, нет, все нормально, смотрите. У нас тут будет еще несколько волн, поэтому, да, мы тратить не будем. Все радостные сразу же. Когда Матильдушка их немножко подхиляла. Получи. Не добили еще, ну теперь-то уж точно добьем. Ладно, ребята, продвигаемся с вами далее. Оу, а вот это уже опасно, ребята. Это уже очень опасно, вот этот свин. Слушайте, ну если вот эти на втором круге, то я боюсь представить, что там будет дальше. Черт подери, что сделать? Кого уничтожить в первую очередь? Давайте, наверное, вот так сделаем. Будем бить. Ох, как же он туго пробивается, ребята. Очень туго. Давай используем перец. На-ка, получи. О, неплохо. Теперь магией. Слушайте, ну по-моему же у Чака было истощение, если я не ошибаюсь. Почему он бьет молниями? Или я в тот раз не изменил
Ну-ка, получи. Так, добиваем. Нет, не добили, ребята, вот теперь. Сейчас, погодите секунду, вот так. Фу, с Толсом мы разобрались. У нас остался здесь только маг. Давайте подлечимся. Правда, честно говоря, я не понимаю, что такое происходит с моими птичками. Так, аура стойкости. Урон по всем птицам снижается на 25%. Действует в течение 3 ходов. Вот оно что, ребят, это аура стойкости. А я-то думал, что это подхил. Глубоко ошибался я, к сожалению. Ну что же, на 25% защита тоже довольно неплохо. Так, у меня готов перец, но я не буду его тратить. Я лучше подхилюсь. И подхил нужно делать на Чака. Так, Чак, не подведи меня. Так, Матильдушка, а что ты можешь делать, если... Что она вообще умеет делать, а? Смотрите. Так, если я, например... Ага, у нее... Вот, подождите. По-моему, то же самое сделалось. Ой, не-не-не, только не бей. Только не бей. Так, давайте его накумарим. Надоел, он уже в корень. Ну, Матильда, твой выход. Чуть-чуть не хватило, а? Маленечко, сейчас бомбанет. Ой. Ну все, он за это ответит. Подождите, давайте, наверное, мы сейчас с вами еще немножечко подхилимся. Это будет у меня... Черт, я забыл, как его звать. Этого птенца красненького. Надо будет глянуть, действительно, что я туплю-то? На него посмотри. О, а это, видимо, верховный маг. Кислых щей к нам прибыл. Так, что же это у нас за птичка-то такая? Как тебя звать-то, браток? Если это Чак, то ты-то кто? Страж. Ну, понятно. Страж. Он и в Африке страж. Ну-ка, бамбани. Ого. Это если ты у меня под перцем столько бьешь, то сколько же вы будете бить у меня просто так? Ах, что это такое было? Не понял. Так, бьем, бьем, атакуем, ребята, его. Ага, за каждый ход мне идет 9 подхила, ребят. Слушайте, это уже что-то. Что ты там морщишься? Сейчас мы тебя быренько тут сдричим. Но? Что-то делает. Оу, но это тебе не спасет и тебе не поможет. Мы его добиваем. Ну? Эх, Чак, ну как же так, а? Ну почему ты опять не добил? Давай, Матильда. Есть, есть, ребята, мы справились с нашей основной задачей. Мы получаем, кстати, с вами 6 уровень. И 3, хренушки там 3, 2 звезды нам только дали. Ну, эх, не выпал, конечно, нам хороший реверт. Но что-то новенькое, я смотрю, какая-то капелька. Крутанем, может, нет, не будем крутить. Пригодятся, я думаю, нам в дальнейшем еще кристаллы, когда будут какие-нибудь новые всякие ресурсы выпадать. Для проапывания нам в любом случае они понадобятся. Так что мы просто сейчас с вами продолжаем путь. Новый уровень. Ага, до 40 у нас птичья сила выросла. И здоровье и атака всех птиц увеличилось. И получил я 3 монетки. Ну что ж, довольно неплохо. Надо нам с вами двигаться сюда. Ух ты, смотрите. Пряный овощной пирог заполняет перец ярости на 25%. Мне это надо покупать почему-то в обязательном порядке. Хорошо, мы это сделаем. Банановый сок восстанавливает 75 единиц здоровья за 30 пятачков, ребят. А у меня всего 36. Как вы думаете, стоит тратить, а? Ну, давайте, подсказывайте. Стоит, нет? Эх, молчите. Ну, я думаю, что, наверное, стоит. Деньги я в любом случае еще успею накопить. А банановый сок нам пригодится. Это значит, получается, у нас как типа какого-то алхимика. Ну, а теперь... А нет, еще, ребята, не теперь. Свиное сало там еще висит. Кстати, а как это, интересно, так странно получается? Как мы попадем вот на этот островок, где он выложил яйцо? Нужен ключ нам. А у нас его нету. Ну, я думаю, в дальнейшем мы, наверное, его получим. Так, что тут у нас? Свиная мощь и, получается, обычные свиньи. Что ж, давайте их... Побьем немножко тогда, почему бы и нет. Ну что ж, началась у нас битва, ребята. Так, давай начнем с Чака. Отлично, Чак очень хорошо сработал. Так, давай-ка... А, подождите, мы вот так вот лучше сделаем. Да-да-да, именно вот так. Хе-хе, не тут-то было, дудки. Голубишки раскатили. Ну смотри, их тут очень много. От мелкие, а, паршивцы. Давай-ка еще раз.
Так, слушайте, как бы мне тут лучше сделать? Давайте вот этого добьем. Так, дальше, Матильдочка, ты у меня кого сможешь убить? Вот этого, наверное, должна? Нет. Не потянули, к сожалению. Ага, смотрите, за каждый удар мы получаем 3 хп. Неплохо, если они бьют Матильду... А, нет, любого бьют, мы с вами хилимся. Хе-хе. А что, если мы Чаком сделаем... Нет, все-таки я лучше сделаю вот так. Я думал Чака использовать на своего... Как же его звать-то? Рио? Или как-то так? Все, забываю глянуть. Как величать нашу красную птичку. Я просто сам забыл по мультику-то вспомнить. Ну, запамятовал маленько. Бывает с каждым. Так, добиваем свинку. И остался у нас тут один с мешочком. Проныра. На, получи. Так, Матильда. Ну что же, все, прошли. Дайте мне 3 звезды, я прошу, дайте мне 3 звезды. Раз, два. Ну, почему-то не дают мне. Ну, вот как специально не дают мне улучшенный ревот, а? Вот специально все это сделано. Коснитесь объектов и удерживайте для получения информации. Информация у меня, ребят, тут хоть с головой. Так что не будем мы это пока смотреть. А будем с вами... Опа, новая. Врата дружбы. Попроси друзей открыть ворота, чтобы сразиться в битвах и добыть сокровища. Ребята, к вам... К вам есть спецпредложение. Добавляйтесь ко мне в друзья. Мне нужны, как вы поняли, здесь друзья, чтобы я мог сражаться и добывать какие-то вкусные штучки-дрючки, плюшки. Так, как же мне посмотреть, что у меня за птенчик? Сейчас, ребята, секунду. Как же тебя звать-то? Не пишут, ребят, не пишут его имени. А. Так, а что тут у нас в котелке? Мы что-то можем сделать? Смотрите, мы сможем пряный овощной пирог изготовить. Всего нужно, я так понял, 6 томатов, а у нас 13. Так давайте сделаем, чего же мы ждем? Опа, 2 звезды. Так, а, 3 штучки я, типа, получаю, да? Так же я понял. Да, ребят, 3 пирога. Ну и сделаем, наверное, еще коктейльчик. Слава богу, ингредиентов у нас тут море для этого. Давай. Вот, 2 звезды. Значит, я получу всего лишь 3. Ну, я считаю, это довольно неплохо. Я даже могу еще сделать и один пирог овощной, и банановый сок. Но пока мы этим заниматься не будем. А пойдем с вами дальше. И там у нас, кстати, должен быть какой-то сундучок. Я смотрел по карте. Сейчас мы до него доберемся и глянем, что там будет. Так, вот он, сундук. Погнали к нему. Посмотрим. Так, свинская мощь. 34, а у меня 40. Ну, все нормально. Должны, по идее, справиться. И, кстати, тот принц Сала, я думаю, от нас далеко не убежит. Опять здесь этот Марио. Марио, блин. Ну, Чак, бомби. Отлично, у тебя все вышло. Давай вот этого бомбанем. Так, Матильда, добей его. Нет, Матильда слаба в атаке, хотя написано было, что она может ударить довольно хорошо. Что вы радуетесь, сосунки? Упал. Хотел ударить, но не получилось. Споткнулся. Так. Ну-ка, Матильда, добивай его. Шикарно. Ого. Смотри-ка, что он делает, а? Этот пентюх начал нападать на мою девочку. Охламонище. Ну-ка, давай, красный, покажи ему. Я же помню, что в какой-то серии мультика он может... Или это не этот? Превращаться в психа и атаковать очень и очень яростно. Оу, кстати, я чуть не забыл. Ребят, мне же нужно подхилить моего Чака. У него очень мало здоровья. Так. Да, наверное, мы так справимся. Не будем мы тратить перец. Хотя, почему бы не потратить? Все равно у нас здесь никакого дальше продолжения нет. На-ка. Ух ты, еще и выжил. Когда вот так получи? Готовченко. Уносите этого Марио от меня подальше.
Три. Отлично, три звезды. Вот шикандос. Ну, неужели выпал реворд, а? Три бревна. Отлично. Так, ну а мы с вами, естественно, продолжаем дальше. Что у нас тут будет? Сейчас мы и увидим. Ну давай, 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 прогружайся быстрее. Что ты телюнькаешься? Так, я не помню, тут какой-то сундук. Оу. Расческа. Открою ворота прямо сейчас. За 25 монет, а у меня нет столько. Так что не получится. Блин, жаль, я хочу открыть. Эх, ё-моё. Ну что ж, тогда нам остается только одно, ребят. Идти на вот этих вот ребят. Сколько у них? 35 мощи. Да, в принципе, должны разобрать. Ничего страшного, по крайней мере, у нас с вами очень много коктейля. Ух ты! Ты посмотри! Ты посмотри на этого свина! Это ж просто какой-то Рэмбо с арбалетом. Ладно, ребят, пора проучить этих малюток, как надо уважать птичек и не воровать в следующий раз их яйца. Так, ну что, Матильдушка, давай-ка мы вот так вот применим. Да-да-да. Смотри-ка, нарывается на самого слабенького, а? На Чака. Ну и на Матильду. Обижать женщин, насколько вы знаете, нельзя. Это будет вам уроком, свиньи. Ну что ты брыкаешься? Ну, он довольно вялый, если честно. Посмотрите на него, а. Надел шапку, у него иммунитет к чему-то. Ну так, как тебе? Давай добьем этого мелкого подхалима. Мне он раздражает. Что ты там радуешься, лопух? Сейчас же тебе крышка. Все, дорадовался? Так, блин, надо было Матильды немножко не то сделать. Ладно, мы добиваем свинку эту. О, да у него еще и фингал по глазам. Оу. Ёлки-палки, как же я не посмотрел, что здесь у нас будет несколько волн. Это моя оплошность, ребята. Но хорошо, что я перец не потратил все-таки, а. Я думаю, он нам пригодится в дальнейшем. Так, ну что-то ты тут брыкаешься. Так, Матильдушка, давай, наверное, вот этого мы накумарим. Так, Чак, давай вот этого. И Риу, давай вот этого бомби. Ну что ты делаешь, ну что ты делаешь, а? Все, этого мы сейчас добьем. Так, Чак сделал свое дело. И Матильда, ну я надеюсь, Матильда-то выживет. Так, он тут психует. Ну, психи твои здесь никому не нужны, так что получи по полной с фингалом. И последняя, ребята, волна. Кто здесь у нас? Оу, вот он. Вот он этот пилот Матрешкин. Так, что же мы придумаем с вами, а? Ну, для начала, естественно, сделаем на 25% пониженный урон. Это обязательно. Так, Чак ходит. И сейчас мы с вами... Тихо, тихо. Опа, ничего себе он бахает. Так, ну надо вот это вот добивать. Ну как ни крути, он мешает мне просто-напросто. Я хочу применить перец, но я знаю, что он будет атаковать именно вот этого. Так, и подхилиться на Чака обязательно. Так, а дайте-ка я вот так попробую. Ага, ну это все то же самое, что я буду на нее два раза нажимать. Она дает нам вот эту ауру, что я буду вот так чисто переносить. Все одно и то же. Так, все добиваем. Нет, не добили. Какой, какие крепкие они здесь, а? Опять он свою волну пускает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, применяю перец. На-ка, выпусти. Ну что ж, довольно неплохо. Так, надо Матильдочку обязательно подхилить. А где же у нее подхил-то, елки-палки? Это вот и есть ее подхил, вот эта аура. Да, получается так. Но, честно говоря, я думал, что у нее будет немножко по-другому это все выглядеть. Как действительно хилят все хилы в играх, то бишь ты наводишь на определенного персонажа и его отхиливаешь. Но, тем не менее, ребят, все-таки мы прошли. Прошли вот последний удар. И мы забили этих свиней, прошли этот уровень. Три звезды дадут, нет? Три звезды, отлично. Мы сейчас крутанем рулеточку, естественно, нашу. Ух ты, опять выпал нам этот супер реворд. И что у нас там? По идее, сало сейчас должен улететь. Но копилочку, я чувствую, мы все-таки у него заберем.
Или же он улетит вместе с ней. Смотрим. Отлично, ребята. Почему-то я так и думал, что копилку у нас стоит. Но он смывается, мы за ним бежим. Смотрите, что происходит здесь. Опа, птичка у меня что, прыгнул, что ли? Опа-на, разбился у него шарик. И Чак что-то надумает. Ух ты, ребята, смотрите. Опа, не понял юмора. Какого лешего? Какого лешего этот свин прыгнул? Так, золотая свинья-копилка. Получая оружие и вещи из легендарных комплектов. Вот это что-то новенькое. Так, коснитесь. Что-то новенькое нам, ребята, открыли. И мы сейчас с вами посмотрим. Так, копилка. Ну, коснулся. Вещи из легенд комплектов. Ага, это значит за золотые монетки, ребята, я могу купить. Ну, опа-на, роскошная сумочка. Это у нас для Матильды. Она такая довольная. Ладно, Матильдышка, держи. Посмотри видео сейчас и получи подарок. Нет, я не хочу сейчас видео смотреть. Удерживай. Ага, золотая свинья-копилка. Несколько попыток, 10 возможностей получить легендарное снаряжение. Одна попытка получения легендарного слоя. И радужный индикатор. Заполнил радужный индикатор и получи легендарные предметы. Ага, значит, вот здесь вот шкала будет заполняться. Ну, давайте еще одну вещичку глянем с вами на всякий случай. Вдруг что-нибудь хорошее выпадет. Это что такое? Это щит. Укрывающий щит. И причем это у нас для Рио. Но, оу, он получается лучше. О, это же я сколько буду тут копить, чтобы открыть. Ну, давайте еще одну, хорошо, уговорили. Ух ты, мягкая марионетка. И это Матильде? Ой, ну она слабенькая, да, минус 97. Жаль, печаль. Ладно, хорошо. Наверное, а вот это что такое? Ага. Ох, ёкала монета. Вы посмотрите, тут сколько всяких... Обжигающая аура. Это что-то, комплекты вещей из золотой свиньи копилки. Это что можно оттуда выхватить? Ого, и кстати, у меня еще будут две птички. Вот четвертая птица будет, которая сейчас была у нас на корабле. На нее напал свин. А вот это вот я не знаю, честно говоря, что. Ну, посмотрите, какие тут роскошные шмотки, а? Ух, елки ты палки. Обалдеть, вы посмотрите, как он смотрится, а? С щитом, с таким трезубцем. Просто легенда, действительно легендарные вещи. Ладно, давайте мы это покинем место. Тут что-то у нас кузница хочет. А что от нас хочет кузница, а? Скажите-ка мне. Показывается сюда. Но у меня не хватает, ребят, не хватает, так что я не смогу сделать. А тут что? Тут я смогу что сделать? А, в бумагу сделать, да? 5 бревен на одну бумажку. Как-то дороговато, по-моему, мне кажется. Так, а это у нас кусок кобальда. Это просто камни. А камни я во что? Да ни во что я их не могу сделать. Ладно, хорошо. Давайте мы, наверное, тогда перебьемся с вами. Ну-ка, Матильда, посмотри-ка на меня. Где это у меня? О, с роскошной сумочкой она у меня... ходит. Так, ну-ка, а Чак? У Чака, по-моему, ничего нету, да? Да, ничего нету. Так, экипировано. Бодрость. У него получается бодрость. А что это такое? Снижает получаемый урон на 5%. Ну что ж, я считаю, что это довольно хороший бонус. А здесь что у нас было? Да нет, я хотел просто глянуть. Кстати, они одинаковые, но у этого защита будет получше. Поэтому мы его и оставим. Ладно, пойдемте с вами на карту и глянем, что у нас там произошло с птичкой, на которую напал пират. На кораблик на ионный. Я надеюсь, там все будет хорошо. Так, что здесь такое? Ну, мне надо почему-то идти сюда. О-о-о, как они быстро прибежали. На подмогу, значит, да? Свинская мощь всего 11. Пфи. Да, я думаю, мы сейчас просто здесь раздеребаним. Так, ну что же, у нас бой, ребята. И здесь у нас, как видите, какие-то пираты. Ну, давайте атаковать. Довольно легенькие должны быть. Ну-ка, Матильда, давай подхил нам всем. Он нам нужен. Слушай, я думаю, мы сейчас их разберем без проблем. Что ты там со своим костылем машешь? А это вообще с рыбой, с костью.
Ой, блин, ну смешите меня, просто я не могу. Зачем это я так сделал, когда у меня мог Чак его добить, а? Сглупил, естественно, я сглупил здесь. Так, отлично. Ах ты, на Матильду мою рыпается. Ну-ка, Матильда, давай-ка ему ответим. На, получи. Будешь знать, как на девочек нападать. Получи. И вот так вот еще сделаем. У меня, кстати, перчик накопился. Давайте его сейчас, наверное, с вами используем. Почему бы нет? И я хочу посмотреть, что будет, если я использую его на Матильде. Ух ты! Легендарный подхил, так скажем. Она сделала. Так, не тут-то было, сынуля. Пора тебе идти на морское дно кормить рыбок. Ну что же, прошли. Я надеюсь, мы сейчас возьмем в команду себе новую птичку. Уж очень я этого сильно хочу. Так, мы получили с вами 3 ящика, это великолепно. Какие-то ягодки еще. Видимо, это черника. Может, не здесь по-другому как-то называется, но у нас эта ягода называется именно так. Так, ну что же, смотрим. Ух, вот он, ребята, вот эта птичка, которая психует. Вспомнил я. Это же птичка-бомба, да? Так, тут пират пришел. Забрал этот штурвал и побежал. Но птичка говорит, не видать им никакого штурвала. Опять он мне язык показал, а, гаденыш. Новая бомб. Любит отвешивать врагам мощные оплеухи одной свинье за раз. С боксерской перчаткой и с картой. Ну, видимо, истинный пират. Ну что ж, ребята, все очень хорошо. Я рад, что мы с вами все-таки открыли новую птичку. Ну, а на этом я буду завершать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что не пропадайте. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.